Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Эко-ярмарку шестой раз выставляют на торги. На Авито собственник обновил информацию о продаже здания на Щерса 79. Цена снова снизилась. В конце прошлого года за объект просили через площадку электронных торгов на старте 195 миллионов рублей. Затем цена несколько раз падала с шагом в 10 миллионов. Заявок не поступало. Сейчас комплекс выставлен за 175. Причиной продажи указано банкротство собственника. Компания «Стройтрансгаз», учредителем которой выступает предприниматель Меружан Игнатян. Программа «Экономика». С бывшего главбуха Уржумской школы взыщут 3 миллиона рублей. Ее признали виновной в растрате. В суде установлено, что в течение 3 лет женщина подделывала документы, чтобы начислить себе к зарплате лишние деньги. Так она получила почти 3 миллиона рублей. После вступления приговора в силу прокурор Уржумского района обратился в суд, чтобы деньги с женщины взыскать, сообщает прокуратура Кировской области. Требование признано законным и обоснованным. Теперь женщине придется возместить бюджету похищенное. Экономика на 101 FM. В кировском правительстве доработали стратегию 2035. Проект ее согласован на федеральном уровне и готовится к внесению в правительство региона на утверждение. Чиновники отмечают, что в стратегии отражены приоритеты, она не является детальным планом развития. Например, в сфере экономики составители стратегии видят необходимость преодолеть недостаточную развитость транспортной инфраструктуры, поэтому в планах строительство дорог для улучшения связи с соседними регионами, а также строительство кольцевой дороги вокруг Кирова, дороги на Слободской, железнодорожного переезда в Нововятске. Не отказываются власти и от идеи третьего моста через Вятку в Кирове. Кроме того, в проекте стратегии отражены мероприятия по наращиванию реального сектора экономики, созданию новых производств, увеличению объемов инвестиционной активности предприятий, а также развитию новых отраслей и поддержке малого и среднего бизнеса. Экономика. В завершение о валютах. На сегодня доллар 76 рублей 98 копеек, официальный евро 92.23. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.